Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория. И у нас сегодня, как обычно, еженедельный расклад карт «Магия жизни. Осознанность». Кто смотрит впервые сегодняшний выпуск, я напомню, что для того, чтобы понять, как работают карты, нужно задать себе один вопрос. Что мне нужно осознать сегодня? В каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. И карты, которые я буду вытягивать, будут соответствовать тому вашему состоянию, в котором вы находитесь сегодня, чтобы можно было что-то улучшить в вашей жизни, и карты подсказывают, над чем поработать. Итак, загадывайте, мои дорогие, цифры от 1 до 3, 1, 2 или 3. Я тоже себе сейчас какую-нибудь выберу, загадаю цифру. И я буду вытаскивать по одной карте для каждой из цифр. Смотрите, какую цифру вы загадали, та карта для вас. Та карта подходит именно сегодняшнему вашему состоянию. И всю неделю нужно держать в памяти эти карты, которая вам выпала. Можно ее сфотографировать, потому что я буду показывать крупным планом. И в течение недели прям эту фотографию в телефоне открывайте, смотрите, читайте. И ищите ответы на вопросы, что, почему эта именно карта сегодня выпала вам. Итак, наш расклад на неделю. Вытаскиваю карту для тех, кто загадал цифру 1. Так. Для цифры 1 у нас выпадает вот такая, смотрите, какая красивая карта. Я имею право и возможность выражать свои чувства, сохраняя при этом любовь окружающих. Не бойтесь, друзья, выражать свои чувства, и при этом любовь окружающих останется с вами. Карта для тех, кто загадал цифру 2. Вот такая, смотрите, красивая тоже карта. И здесь написано: «Мой жизненный поток ежесекундно исцеляет каждую клеточку моего тела. С каждым вдохом я становлюсь здоровее и здоровее». Просто, если вы даже не знаете, как работать с этими картами, просто сфотографируйте себе изображение этой карты и утром и вечером хотя бы открывайте в телефоне изображение, читайте как аффирмацию положительную, которая поможет вам в вашей жизни что-то улучшить. И понаблюдайте, в течение недели вы увидите, что в вашей жизни будет все меняться в лучшую сторону. И для цифры 3 я вынимаю вот такую карту, смотрите. И в этой карте, на этой карте изображено поле и пшеничный колос, и написано: «Я вкладываю деньги в то, что люблю, и тем самым увеличиваю свое благосостояние». Тоже, кстати, очень-очень хорошая карта, очень философская. Вот подумайте, для чего, почему вам такая карта выпала. Вот такой у нас расклад на эту неделю с 4 по 10 июня. Я вам, мои дорогие друзья, желаю всего-всего самого наилучшего. Пусть каждый день вашей жизни приносит вам что-то новое и интересное. Я на этом с вами прощаюсь. Кто еще не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь. Есть ссылочка внизу в углу слева. И жду вас на следующей неделе у себя в гостях. Всего хорошего, пока!